Итак, это у меня Skin Luminizer Foundation в оттеночке. И это у меня Chanel Vita Lumiere Aqua в оттеночке. Сейчас я вам скажу, каком. 20-ка беж. Вот. Я как-то раз пошла в Литуаль и купила там Skin Luminizer Foundation по цене. Тогда он был новинкой, и он стоил дороже 800 рублей. По прошествии времени Skin Luminizer Foundation сейчас стоит где-то 500-600 рублей в городе. И что те, которые продаются в обычных отделах по 500-600 рублей сейчас, что тот, который я купила в Литуале, их бач-коды стираются просто пальцем. То есть для этого не надо прилагать совершенно никаких усилий, достаточно просто потереть вот это место. И бач-код, ну, то есть просто вот так вот делаете, он сначала размазывается, потом вообще исчезает. Я уверена в том, что на настоящем продукте бач-код не должен стираться с такой легкостью, потому что его как раз именно наносят с целью, чтобы у человека, у потребительницы косметики или потребителя, визажиста, была всегда возможность убедиться в сроках годности. Вот в этом креме, который я приобрела в Литуаль без малого за 1000 рублей, у меня есть очень большие сомнения в его подлинности и в том, что он сделан по той технологии, по которой нужно. Однако стоимость его очень высокая. Потом я пошла, наслушавшись у блогеров восторженных отзывов, я пошла приобретать Vita Lumiere Aqua от Chanel. Здесь тоже 20-ка беж помечено. Вот такой пузырек. Вот. Но я купила его в фейковом отделе, то есть в 100% фейковом. В Литуале я тестировала, и тот, который был в Литуале, забился в складочке. А с этим все в порядке почему-то. То есть он не забивается. Где я купила? Я купила это в Нексте. Те, кто живет в Ангарске, знают, что это за магазин и где он находится. Он дает вот такое увлажнение и сияние. То есть сияние и увлажнение. Покрытие почти незаметное будет, и запах очень приятный. Вот. Поэтому, девочки и мальчики, опять же, все так сложно. И иногда я вижу под видео, буквально вот под одним из предыдущих, какая-то девушка написала, у вас в магазине одни подделки. Одно дело, когда вы покупаете настоящий продукт, а другое дело, когда в магазине, где якобы не подделки, вы тоже покупаете подделку, только по цене не подделки. Здесь уже тоже такой, знаете, глобальный философский вопрос. А вообще оно надо? Смысл переплачивать почти в два раза за заведомую катанку? Я могу оставить ссылочку под видео, которая поведет на видео, где я купила этот Vita Lumiere, если я, конечно, там найду, потому что давненько я снимала. Но я не понимаю, а что за такой вот фанатизм? То есть, если тебе не идет настоящий задорого, что теперь не пользоваться тем, который тебе идет задешево? Ну, потому что мне он идет. Эффект, который он дает, мне нравится. И он достаточно неплохой. Ну что, поехали.